Вот Adidas тут футбольный, Nike. Магазин Nike. Угадайте, какой торговый центр. Nike. Visible Run 3. 575 дирхам. О, на Гертексе 625 дирхам. Кто это у нас такой? Invisible Fit. Для зимнего бега. В Эмиратах как раз это необходимо. Как раз в Эмираты нужно завозить зимний бег. Но шучу, конечно, это для всех, поэтому... Симпатичные цвета. Так, 800 дирхам. Дирхам 1, это 27 рублей. Цены я постараюсь выводить. Так. Тренинг. Все это нам неинтересно. Так, слева там был кастом футболок. Вообще там кастом дабл всего. Здесь что у нас? Зона футбола. Из нее мы выходим. Пожалуйста. Зона футбола. Детская. Так, что за косметика у них? Вот такая косметика. Обувная. Я не вижу цены. Зона баскетбола. Зона баскетбола. Мы ее снимаем. Только поверхностно. Вон пошли кастомы. Ребята, вот это самое интересное. Смотреть кастомные работы. Так, касса. А. Здесь на экранах информация. По кастомизации, соответственно, нет, тут дизайн полностью, магазин изменился. Там еще где-то был человек, который красил прям кроссовки отдельно. Спортстиль. Нравится мне вот эта всякая беговая ретро-тема. 600 дирхам. Так, Nike P6000 стоит 600 дирхам. Почему мне не фокусируется камера? А, потому что ширик не хочет. Окей, ладно. Так. Прекрасно. Я вам показываю просто магазин. Не столько как кроссовки, а столько как пройтись со мной. Посмотреть, как выглядит Nike Dubai Mall. Потому что я считаю, что это довольно интересно. Он очень большой. Честно, очень большой. Вышли в женскую зону. В Adidas было похожее представление в России раньше. Вот так полукругом. Точнее, полным кольцом. Да. Здесь вся обувь. Так. Все, такая вот женская коллекция одежды. И в целом, ребята, как-то так. Отдельного стенда у них там с кастомом нету, их было два, я напоминаю. Вот там, где на проекте, на компьютере проектировали кастомы. А здесь вот именно покрасы был отдельный с футболками, с разными патчами и так далее. Сейчас вижу только, чтобы на форсах делали кастом.
Вот, собственно, как-то так. Может быть, видео не сильно полезное, но довольно познавательное. Почему нет? О, напоследок, сланцы Nike. Так, 275 дирхам стоят сланцы Nike. Так, ширик снимаю. Все, ребята, с вами канал кроссовок. Мне уже пора двигаться дальше. Все. Как обычно, скоро увидимся. Пока-пока.